Имя Дмитрий Беклемишев. День рождения 4 сентября 1930 года. Место рождения Пермь, СССР. Знак зодиака Дева. Восточный гороскоп Лошадь. Карьера профессор МФТИ, доктор педагогических наук. Лауреат премии правительства РФ 2002 год в области образования. Автор классического учебника «Курс аналитической геометрии и линейной алгебры». Также Дмитрий Владимирович является автором известных заметок о женской логике. Д. В. Беклемишев в 1948 году окончил среднюю школу в Москве и поступил на механико-математический факультет МГУ. В 1953-1956 году учился там же в аспирантуре на кафедре дифференциальной геометрии. Научный руководитель Г.Ф. Лаптев. В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию «Кандидат физико-математических наук» на тему «Головоломные сильно-минимальные поверхности». С 1956 года Д. В. Беклемишев преподает на кафедре высшей математики МФТИ. Знаменит весьма строгим подходом к приему экзаменов. В 1994 году Д. В. Беклемишев защитил докторскую диссертацию «Доктор педагогических наук» на тему построения объединенного курса аналитической геометрии и линейной алгебры для студентов физико-математических и инженерно-физических специальностей вузов. Заслуженный профессор МФТИ С 2005 года. Ставим лайки, подписываемся, обсуждаем. Спасибо за просмотр!